Будь здоров. Да уже. Тут тупо умерли мы с тобой. Я особенно. Так они не агрили, что самое прикольное. То есть он меня положил, а второй за камнем стоял же, ждал. Ты шо, раллийный лендровер ебанутый, конечно. Раллийный лендровер. Пиздец, он валит, как сука. Летает. Ну да, и то. Пиздец. Да он тип тупо в Киеве снимал, как он по бездорожью пиздует. Пишет парень на статике. Так как он смягчает эти прыжки, все ямы, я вообще не представляю, что там за система стоит у них. Что у нас дохуя? Никого не вижу, Саня, опять. А, не, вон слева гандон падает на левую сторону. А второго хуй его пойми. Нема. Нахуй мне на коряк, сука, патронтаж. Еб твою мить, блядь. Дай мне эмку. Х6 опять. Ну, блядь. Вот все по накатанной. В тех же местах то же самое поднимаю, прикинь. Только места уже нету, блядь. Пизда рулю. Ни рюкзака тебе, нихуя. О, Х4. Еще Х6. Рюкзака по-прежнему нету, блядь. А, вижу типа. Ага, я пойду его убью. Он на ангаре. Тут у меня. Ты его видишь, где он? А, вижу его. Попал. За машиной. Да, он за машиной, за машиной. За деревом. Да я вижу. У меня нет патронов! Сука! А сколько я ему оставил, интересно? Я тебя спас, а себя не спас уже. Кот аж бедный проснулся. Ой, прости, маленький. Боже, ручки, как ты же. Блять, как он... Как он тебя... Ебать. Саня, я был вплотную перед типом, вот тупо вот лицом к лицу, ты понял? Я его не увидел, я камеру не повернул. И он меня вообще не убил. У меня...
Ой, Саня, ему один удар кулаком, я просто промахнулся. Прикинь, я ударил его, но оно не засчитало удар. Я бы убил его. Ебать, игра. Пизду, блядь. Я попал даже, вот. Оно должно было ударить его. Но оно его не ударило почему-то, блядь. Пизда, но это было бы вообще... Да, меня дернуло его, ну... А тот тип вообще, такое чувство, что у него пинг 1000, блядь. Он меня два раза не убил. У меня патронов только не было. Пиздец. Вот что значит, сука, этот вектор, блядский. А что, еще вещи какие-то выпадут? Ну, нам выпадут на Prime. Выпадут, это инфосотка. Еще там три ящика. А на вот этот, на... Блять, как он называется? На санок этот. Станок. А тебе тоже выпало? Ты покупал себе? Но тебе выпал со спортивным костюмом? А, значит, он типа просто показывает, что выпадает всем. Так и подожди, если ты говоришь всем, у кого кто покупал этот проход, билет, то... Ну, мне выпало, да. Ну, только вот этот, спортивный костюм. А, да, которые остались, типа. А это да, хуйня. Но их же продавать нельзя, блядь. Ой, я заебись. Не, ну когда-то ж они сделают, что их можно будет продавать. Я видел, им дадут чемоданы, да, специальные. Так там золотая сковорода с шипами будет, блядь. Ну там ебанутых денег они будут стоить. Блядь, я бы сходил. Нихуя себе. Что-то я как-то тяжело долетаю, я бы сказал. О, нихуя себе. Вот это яд. Блять, а надуло есть? Да должно быть, я думаю. Да, 10 евро, блядь, сэкономишь. Мы сами с тобой прилетели, ты не видел? О, калаш. Точно. О, М-ка, заебись. Мы вроде сами были. Бля, для меня X3 такой беспонтовый, это просто пиздец. Он такой неудобный, с него хуй попадешь вообще куда-то.
Сань, тут дохуя семерок, если тебе надо. О, лишний? О, мне надо. Да, я в самую первую не зашел. Тебе X3 дать, блядь? Ну на, я тут на входе выкинул. Калаша у тебя нет? О, бля, так я б тебе скинул бы калаш, если тебе надо. SLR, заебись. Меняю на калаш. Бля, ебать, она бьет больно, это пиздец. Это SLR? Я кайфую от него. О, еще и увеличенный магаз на него нашел, да? Бомба, граната. Ты на той стороне пиздует, я слышу, да? Собаки конченые. Блядь, а шо по каске второй вообще, алё? Пиздец. Ага. Мне всегда надо поныть, чтобы кто-то нашел глушитель, сука, и все остальное. Ну сейчас, когда я об этом сказал. Жди. Это вопрос времени. О, X6. Видишь? Шлем уже есть. Благодарю. Бля, X6 это секс. Что тут по дропу? О, сзади нас дроп падает. X6 второй, Саня, ёб твою мить. Дать тебе? Один. Тихо, пай. Каска вторая. Охуенно, блядь. А что у тебя есть? Не, у меня X2 есть. Куча пятерок, блядь. Семерок, пятерок. Ладно, короче, я в принципе налутанный. Правда, без обвесов на М-ку. Даже без обоим. Пламегаз, не нахуй надо. Жилет. О, новое это. Кьюбил. Стоит уже. А, компенсатор, да, возьми, у меня пламегаситель стоит. Сейчас заберу. О, коряк. Еблять, что делать? Ладно, возьму. На него, да, конечно. Чек подставится на коряк. Ну, да. И на тот тоже ставится. Да. Можешь взять? Семерки я скинул тут.
каска вторая еще одна. Так у меня место в рюкзаке закончилось. Хуёво. Правда, мне уже ничего и не надо, если так быть честным, да. Ну, там, типа, обвесики всякие. Тут нихуя нет, Саня. Можем, короче, отсюда двигать телом. Болечку иди возьми, две болечки. Да ты шо? Ну, если шо, могу еще семерок скинуть. У меня просто три штуки уже больки. О, нихуя себе. Аптек у меня 5. Бинты я выкинул вообще нахуй. Что тут? А, тут увеличенный магазин есть. Ну, блядь, мне только тактическую ложку и насадку на АМ-ку и все. То, что оно гранату не поднимает, это, конечно, он не прав. Блять. Еще 10. Да ради гранаты скидываю эти патроны, ты понял. Просто граната, она прям важна очень, на самом деле. Все, погнали. Особенно, когда я научился кидать букву R, это вообще бомба. Я не знаю, мы, блядь, в центре. Давай в сторону руин там кого-то встретим. Будем общаться. Тут слева дома, кстати, есть. Машина есть. Тут хоть закрыто все, блядь. Ну тогда, но... Да, мне нравится, когда все светло. Хотя в туман вообще такая бомба, когда не видно, бежишь тупо просто. О, еще один кью был. Кью был. Еще одна болька, еще одна болька. Блять, прям пиздец. Оу-е. Ну, меня в прошлой игре что-то не очень спас как-то. Где? А, нашел. Спасибо. Куча пятерок, блядь. Что там дроп над нами где-то есть? Ой, их 4, да, на этот, на М. Саня, сзади нас... Оу, блядь, ёб твою мать, дроп летит и... Сейчас. Я не вижу, откуда стреляли. Спасибо. Я вижу, он попал по мне уже 9 раз, сука, мразь ебаная. Пидор, блядь, жилет мне покоцал, гандон. Дроп я хотел забрать, сука. Он падает там, где мы с тобой... О, это рядом. А что это за звук такой? Так я был заглушителем, типа. Вот, справа вижу. Мне не показалось, это дерево было. Пизда Ивановна, блядь. Откуда я, нахуй, не пойму. А, ви... Подожди. Ага, ви... А, его кента положили. Его кента убили, слышишь? Это вот это справа, тот, кто стрелял. Да. Да, вот это только что второго убили. И вот этот тот стрелял справа, это они его убили. Ебать, яд. Ну ищи на трупах где-то сейчас, или будут бежать. Так, мы бежим дальше на горочку. А, вон по дороге.
Так, я за дерево. Вообще, да. Вон, в окне, мразь. А ну, Сань, стреляй там по чуть-чуть, отвлекай. Я позицию сменю. Ты в какое окно стреляешь? А, о, ты попал по нему два раза, я слышу, да, видел. Кровь. Давай, давай, ты там активнее, я уже... Я подхожу, вон там же они оба зашли. Отлично, Саня, так держать. Я уже подхожу. Да они выбежали. За ясь, за камнем они. Вырубил. Каску отстрелил ему. Там. Да. Сейчас взорву. Сейчас взорву. Где он? Подожди, а как? Я на камне сижу, он где-то передо мной. Он не перебегал нихуя? А, так тут два трупа, Саня. У меня 2x6. Так его кто-то другой, значит, убил. Ой, ебать, тут нихуя себе. Тут все нормально у них, слышишь? Глушитель на коряк, глушитель на эмку. Куча, блядь, всего. Ебать, тут вообще нихуя себе. Нам x4 забери себе. Тут два дропа только шел рядом с нами упало, Саня. Бля, ну я на глушителях, ты понял? Пошли наверх туда, на камни. О, бегут, бегут. О, убили, перед нами прямо стрельба. Правее это второго типа. Я коряк беру. Их тут еще где-то дохуя. Слева и справа с двух сторон стрелялись. Одного я в него попал, и его убили. Сука, мрази, блядь, вонючие. Так, я на краю зоны, сейчас на меня должны бежать. Вижу. Бежит. Бегут. Да вот, прям перед мной. Сука, блядь, ни разу не попал, пизда. Вот они в доме, блядь, мрази ёбаные. Да я отошёл. Да я на камень залез. Передо мной в доме. Дыганы, блядь, ёбаные. Сука, как я, блядь, два раза коряком въебал, блядь. Эмкой вообще пиздец. С глушителем на автоматическом вообще нельзя зажимать. Вот в этом прямо который? Не, это большой, это не маленький. Вот, да? А, вижу, вижу. Вижу, вижу их. Сука, блядь. Вы каску сбил. Ебать!
Нихуя! Подними, Саня, я сейчас умру. Не-не, я там типа покоцал сильно. Ебать, сука, я одному каску, он мне тоже в ответ. Там они сидят еще. Я без каски. Дверь открыли. Бегут сюда. Граната, отходи. За домом, Саня. Убежали. За деревом, а не под водой. Где они, блядь? Пока, блядь, мы не в зоне. Вижу. Не, не вижу. Да они где-то под ангарами уже. Давай, Сань, в зону зайди сюда, ко мне наверх. Блядь, срочно каска нужна. Надо на трупы вернуться, мне, слышишь? Блядь, они уже не в зоне. 10 человек осталось, я тут газую, блядь. Хотя бы... О, первая, заебись. Фу, ебать хуйня. Боже, господи. С глушителем просто зажимаешь, разброс просто, блядь. По всей карте пиздуют. О, нам, кстати, наверх погнали. Только вот тут слева под горой пойдем. О, пиздуйтесь там. О, блядь, кто ходит с вектором на всю игру, объясни мне. Вот я видел таких уже не раз. На ближний бой, типа, и берут. Ну, там, блядь, без обоймы. Инфосотка, что с города на нас будет бежать сейчас. Да слева уже зона закрывается. Да все в городе сейчас будут сидеть. Походу. Ну, да, в городе будут сидеть. Возле меня... А! Сука, прям передо мной! А! Мразь, лежит в кустах, пидор гнойный. Сейчас скажу, где. Справа от меня, прям вот справа. Правее, правее, правее! Чуть привет моего трупа было. Ебать, мразь! Я услышал, как что-то ползет, и в этот момент меня упиздохали, блядь. Вот пидоры, блядь, ненавижу. Вау, он в кусте лежал, блядь. Ебаный я дебил. Ну, там раз, два, три было в городе. Вот нас четверо наверху, и еще один оббегал с той стороны, откуда мы. Педрила ебаная, блядь, как он меня... Все обойму в меня высыпал, блядь. Фу, ебаться, нахуй. Так, Сань, качай фарнит, это пиздец. Я уже хочу там хоть, блядь, попроще. Там можно стену построить и защитить себя, блядь. Ставь на загрузку. Там тебе понравится, мне кажется, там прикольно. Кстати, бля, там можно с прива 24 сразу, прикинь, выдает тебе покупки делать. Это... Понимаешь? Люди оптимизировали, блядь. Все для тебя. Ну да, и для тебя тоже. Ха. Хочешь расстаться с деньгами? Пожалуйста.
Давай, прыгай, Саня. Ага, я только что так же летел. Прикольно. Причем, когда кидаешь гранату, он как-то как будто не бьется. Ты скачал? А, стало скачивать? Наебал. Да. Так, я думаю, что мы будем не одни в этот раз. Да, он слева двое летят. Возле тебя прямо. Давай на эту сторону, на ангар. Ну, прям который ангар в самом низу, в начале, в самом. Потому что эти дауны, по-моему, полетели туда. А, один вообще он открыл. А где они? Ты их видишь? Я не вижу ни одного парашюта. Что-то я не понял. Вот, у меня тут сразу модуль на АМ. А, КБЗ просто сойдет. Так, ну, я в Сэмкой, в принципе. Так, а что, я так понял, что они, что, упали, но у нас не прогрузилось опять? Но они летели прям рядом с тобой. Я видел, они типа далеко куда-то летели. Походу, блядь, как всегда, все через жопу в этой игре. Бля, я до сих пор рюкзак не нашел. О, бери, бери, я заберу. Пусть побудет. Я тут рюкзак ищу, мне некуда вообще вещи складывать. Пизда. Это ж надо? Кот так уснул, что начал падать с моих ног просто. Сука, я не могу ничего поднять без рюкзака, ёбаный рот. Что за шутки, блядь? Ну хоть первый рюкзак, да. О, второй жилет. Заебись. О, заебись. Семерок что-то дохуя, мне надо штук 50 скинуть. Я там еще увеличенную обойму нашел на него. У меня есть. Ну да.
Я сейчас на ту сторону уже предлагаю идти. Искать гандош. Если они все-таки упали сюда. Так, я глушительную ямочку нашел. Там мне бы на М24 это было вообще убойно. Конечно. Увеличенная, глушитель и почечка. Такое чувство, что они действительно сюда не падали. Все закрыто. Что, дроп над нами? Блять. Все будет хорошо, спокойно. Я, если что, тебя засейвлю. О! Стрельба. Это тут недалеко. Ну, Саня, вот тут за нашим селом село, и там стреляют. Это что, нахуй шутка какая-то? Зачем? Да нет, у меня, я только что перед этим качал, все было заебись. Не, так оно не должно выбивать, по идее. Ну. Связанные вещи, блядь. Машина. О, блядь, Саня, мы не в зоне. Я забегу в зону тут через дорогу. Не-не, ты... Перебежи сейчас. Машина мимо нас проехала где-то. Ты ожил? Или еще нет? О, там красная зона. Это значит, что с нами... Забрал. Забрал. Прости, ну я тебе могу вернуть без проблем. То, что у тебя есть СИК-6, это заебись. Мне на этот, на М24. Можно было... Опа, бегут типы слева. Сюда бегут, на горку. Нас, походу, меня не видят. Тихо-тихо, приму сейчас. Вижу, вижу. Блять, сука. Сань, видишь, куда я стреляю? 355. За деревом. Это не машина. Да, давай. Спасибо. А, на X3. Тип за деревом так и сидит, гандон. И где-то слева еще может быть его кен. Хотя он бежал сам вроде. И, блядь, Саня! Там перебежала, мразь! Блядь, убежал, гандон. Побежали мы не в зоне. Сука, тварь! Далеко очень, я не видел еще. Блядь, ну, пиздуем. Сейчас где-то... Внизу машина где-то сейчас будет. Только вот этого педика бы убить, блядь. Гондураса этого. Собака ёбаная спряталась за деревом, стояла там полчаса. Я ж потерял интерес в него стрелять, блядь. Машина сзади где-то идет.
Давай разъебывать. Где? Меня машина сбила, прикинь. Нет, я не... Блядь, сейчас буду мертв. Да я вижу, у меня... Сука, еще один Х6. Да сейчас, блядь. Машина жива? Машина жива. Заебись. Мне достаточно, чтобы уехать на ней. А, тут бенза нету, блядь, охуенно. Блядь, а куда мне ехать, ёбаный рот? Не, ну быстрее, чем ногами, однозначно. Я еще, кстати, жить буду. Ебать, ты видел просто случайно. Ебать, типы там охуели, тупо бах. Тупо тип улетел нахуй вообще. Сука, да, я не знал, где второй, я бы разъебал его. Ой, я смотрю, как они бежали в зону, слышишь? Поднимаются под скалы в горочку. Тип слышит машину, крутится, не видит где. Бля, тут третий же пацаны, у пацанов третьи чемоданы. Типы тупо просто поднимались, понял? От этой. На, нахуй! Ебал, у меня тачка там разлетелась нахуй. Его аж коснуло. Не, я... Ну да, я только вышел, она сразу взорвалась. Мне бы пизда в любом случае. Так я же еще и в дерево, кстати, въебался. Пизда. Ебать смешно, мне аж понравилось. У меня 8000 монет, слышишь, надо что-то с ними...